не дают нам заскучать. Собственно, на сей раз пятая пара, и турнир становится уже международным, если я не ошибаюсь. Это должен быть таджикский гость турнира World of Tamash Federation Selection под номером 14. Battle in Ajar, да? Это противостояние в Ажаре. А я еще раз напоминаю. Боец, который приглашается первым, синий угол. Биринчи чакырылган мушкер Гök Burçka чакырылат. Он же стал говорить. Действительно, стал боец синий угол. Видимо. Ну и вот представитель Кыргызстана появляется в октагоне. Давайте покушаем. В синем углу. Уроженец Узбекистана. Весовая категория 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Чемпион Узбекистана по муай-тай. Профессиональный рекорд. Две победы и ни одного поражения. Команда «Мангус». Тренер Тугизбаев Мансур. Встречаем Мерон Чванов, Арзу Мурат. И его соперник. Уроженец Орской области, Харасу. Кандидат мастер спорта по боевому самбо. Призер чемпионата Кыргызской республики по ММА 2016. Команда Харасу. Профессиональный рекорд. Одна победа и ноль поражений. Тренер Аманкулов Рашид. Встречаем. Мама Джалиев. Эрлан Мамачалиев против Миланджонова Арзумурата. Оба бойца еще не были побеждены в октагоне, но карьера не такая длинная. У узбекского бойца две победы. У Эрлана одна победа в карьере. Там Эрлан сейчас на заднем экране вот, в черно-серых трусах. В свою очередь Арзумурат выступает в такой экипировке с надписью «Bad Boy» спиной к нам. Ну и будет интересно понаблюдать первое, скажем, международное противостояние этого вечера. Лоу-кик от Арзумурата, и сразу в атаку пошел Эрлан, уложил своего оппонента. Но здесь не должен сопротивляться. Здесь как-то даже эмоции включились. Мамачалиев Эрлан, сумев уронить оппонента, не нанесил, дальше стал его добивать. И даже несмотря на апелляцию со стороны судьи, ну, точнее, на попытку разъединить бойцов, да, гвалт стоит невероятный. И действительно, в первом таком противостоянии победу одержал боец из Кыргызстана. Причем очень быстро. Поздравляем. Поздравляем Ерлана с этой победой. Там победил и одержал в первом раунде за 30 секунд Мамачалиев Эрлан. Да, браво, Мамачалиев Эрлан. Пятый поединок этого вечера и заканчивается за 30 секунд. Что ж.